Друзья, всем привет, с вами Антон Воронков и на канале MyGT.ru. Наконец-то в Новосибирск пришло лето, жара на улице, солнышко, у нас поступление новое по бренду Verity. Пришел байк 10W30 для четырехтактных мотоциклов, скутеров и так далее, для которых прописано по JASO MA с водяным охлаждением, с воздушным, для 1-2-цилиндровых и так далее. Популярный продукт, популярная вязкость. Сегодня добавим на Wildberries и на Озон до конца дня. И на наш сайт тоже можете напрямую у нас также купить. Пришел продукт Verity 5W50 IPSM CF. Почему такие древние допуски, я уже объяснял по спортивным продуктам. Они очень редко меняются. У нас вот Nissan стоит свежий, абсолютная SM-ка 550. Продукт специфический, должен использоваться в тех автомобилях, для которых он рекомендован и прописан. Ни в коем случае нельзя использовать его. Ну, можно, вернее, но бессмысленно в автомобилях гражданских. Это просто бесполезно. Абсолютно продукт для спортивных автомобилей. Часто задают вопрос, выпускаются ли в Японии масла на ПАО и СТРах. Вот пример реальный. Это третья группа. Плюс ПАО, плюс СТР. Полностью продукты на ПАО не выпускаются. Это просто бессмысленно и абсолютно глупейшая затея. Вот выпускаются третья группа, добавляются сюда ПАО, четвертая, добавляются пятая СТР и смешиваются между собой, варятся и получаются продукты, которые можно использовать в спортивных автомобилях. Вот пример, один из продуктов таких. Четверка у нас уже была на сайте, на Wildberries, на Озоне. Мы добавим литрушку сегодня. Продукт интересный, на самом деле, очень. И в Японии он продается интенсивно. Я размещу в описании к этому видео ссылочки. В Японии, еще раз напомню, бренд Verity популярен в плане 2- и 4-тактных масел. Там они продаются очень интенсивно, очень хорошо. И их люди узнают наравне с Хондой, наравне с Yamaha и так далее. Это, наверное, третий по узнаваемости бренд в Японии по мототехнике. По автомобильным маслам там как раз чаще всего продаются спортивные масла Verity. Спортивные, не гражданские, типа, например, там Просит 5.30, а спортивные. Вот типа протечи, к примеру. Они там часто встречаются. Для ФОМ неверующих, которых у нас огромное количество, я размещу в описании к этому видео ссылочки, сами посмотрите на японский сайт, и сделать это несложно вообще абсолютно, проверить самому, что продается в Японии, что нет. Пришли еще у нас два продукта для трансмиссии. 75/90 GL5 для гипоидных. И GL5 LSD для самоблоков. Limited Slip. Напомню еще раз, что разница между обычным GL5 и GL5 LSD есть, и она существенная по составу. Это не маркетинг. На самом деле, желательно, нежелательно, обязательно использовать там, где предписано LSD. В любом случае, продукт, который имеет на своем борту, на своей маркировке, вернее, надпись LSD. Это самоблоки. Обязательно дифференциал повышенного трения требует себе повышенного внимания, извините за тавтологию. Поэтому сейчас ремонт очень дорогой. Надеюсь, никому не нужно напоминать, что сейчас ремонт увеличился по стоимости раза в 2 или в 3. Поэтому в данном случае верите вы ли в маркетинг, не верите, используйте лучше продукты, которые прописаны в вашем мануале, дабы избежать лишних трат. Два продукта, 75/90 обычный GL5 и GL5. LSD для самоблоков. Все это мы добавим к нам на Wildberries, на Озон сегодня, на наш сайт тоже. Наши телефоны прямые 8 800 550 5722. Все ссылки я размещу в описании к этому видео. Всем пока!